учитель, председатель комитета по науке и высшей школе Ирина Юрьевна Габус. Доброе утро, уважаемые участники торжественного заседания. Разрешите мне вас поздравить действительно с такой значительной датой. Сегодня уже прозвучало, что сейчас в Санкт-Петербурге проходит неделя науки и профессионального образования. Это уже стало доброй традицией, уже четвертый раз в Петербурге проходит под эгидой правительства Санкт-Петербурга, в котором участвуют все научные образовательные учреждения. И в рамках этих трех недель, с 12 по 30 ноября, пройдет более 250 мероприятий. Но это не специально сосредоточение таких мероприятий именно в рамках этих трех недель. В Санкт-Петербурге традиционно проходит более 1000 научных и образовательных мероприятий. И, конечно же, проведение торжественного заседания, посвященного уникальному человеку, оно является значительным и значимым в череде этих мероприятий. Разрешите мне от имени правительства Санкт-Петербурга поздравить вас с этой датой, поздравить военмех и зачитать приветствие губернатора Санкт-Петербурга, временно исполняющего губернатора Санкт-Петербурга в адрес участников. Сердечно поздравляю вас, профессорско-преподавательский состав и студентов университета, со 110-летием со дня рождения маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. Ваш вуз носит имя прославленного военачальника и государственного деятеля, выдающегося организатора оборонной промышленности нашей страны Дмитрия Федоровича Устинова, который является основоположником советского ракетостроения. Он определил курс развития военной техники на многие годы вперед. Сегодня военмех занимает лидирующие позиции в подготовке специалистов для военно-промышленного комплекса страны. Ваши выпускники входят в политическую элиту России, добиваются профессиональных успехов в самых разных сферах. Желаю коллективу знаменитого образовательного учреждения новых открытий, трудовых свершений на благо Отечества. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Зубич Беглов. Я искренне вас еще раз поздравляю, желаю действительно успехов. Ну и, конечно же, память – это то достояние человечества, которое помогает преодолевать нам все возможные преграды. Спасибо.